Всем привет, это Спортмарафон. Если вы предпочитаете бегать в кроссовках с дополнительной поддержкой, наверняка задаетесь вопросом, какие кроссовки приобрести в 2024 году, если вашу пару пора менять. Давайте рассмотрим это на нашем топ-5 кроссовок с дополнительной поддержкой и начнем с культовой модели Каяна 30-го поколения. Фактически для всего рынка это была звезда, самое главное, путеводная, к которой стремились многие бренды долгие годы. 30-е поколение, потому что уже модели делают реально 30 версий. И в этой модели существовала такая система амортизации, которая называлась DuoMax, но смысл был в том, что пена двух разных по составу, по двум разным критериям плотности отличающихся, фактически направляли вашу стопу по правильной траектории. С внутренней стороны стояла пена чуть более плотная, и стопа, конечно же, катилась дальше уже на отталкивание по мягкому слою пеноматериала. Но в 30-м поколении у нас присутствует система 4D Guidance System. Теперь стопа контролируется реально с четырех сторон и никуда не денется от классных ощущений во время бега. Казалось бы, когда Каяна стали такими же толстыми кроссовками, как и Нимбус сезон назад, мы ожидали почувствовать очень большую амортизацию, потери стабильности. У Asics еще было несколько сложных эпизодов с франшизой GT2000, когда кроссовка становилась слишком жидкой под ногами, но в Каяна 30-го поколения Asics удалось этого избежать. И таким образом, очень стабильная, на достаточно высоком стеке, кроссовка остается классической в своем исполнении, с возможностью сгибаться в области плюс на фаланговых суставах для того, чтобы под весом вашего тела стопа работала максимально естественно, в унисон с голенью и не перегружала поясницу. Да, будут. Конечно, будут не очень привычные ощущения, если вы бегали, например, в Каяна 26-27 и сейчас покупаете 30-ю версию. Это не одно и то же, что перейти, например, с телефона, который был несколько поколений назад, на новую модель. Здесь ваши ощущения будут наиболее яркими, потому что все ощущения, они вот здесь обрабатываются и уже передаются в ваши ноги для того, чтобы вы подстраивали свою технику бега, по-новому. Если вы переходите на разные участки дороги, 10-15 шагов, и тело привыкает, начинает кроссовки использовать и ноги ставить так, как нужно. Но когда вы переходите вроде бы в одной и той же франшизе на обновленную версию Каяна 30-го поколения, я думаю, что немного больше времени потребуется. Еще гулять в этих кроссовках, наверное, будет не так же классно, как раньше, потому что они действительно очень массивные. Тем не менее, 4D Guidance System и Каяна 30 по-прежнему остаются у нас в классе очень стабильных моделей, которые позволяют вашим стопам работать по классике. Но у Каяна есть еще один собрат на рынке, это Horizon 7-го поколения. Кроссовка, которая в стеке в области пятки имеет толщину 41 мм, что как будто ориентирует нас на очень большую мягкость, но этого нет. На самом деле кроссовки достаточно мягкие, но в первую очередь очень стабильные. И здесь Mizuno использует новую технологию стабилизации и начинки внутри амортизирующей платформы, которая позволяет сохранить упругость и бодрость во время бега, что присуще вообще большинству моделей от бренда Mizuno. Тоже японцы, тоже задают тренды, но немного по-своему. Так сказать, у них свой рецепт кроссовок с большим количеством стабилизации для больших дядек. И Каяна, и Horizon этому очень соответствуют. Вообще у Mizuno культовая есть модель, называется она Paradox. Она отсутствует на обзоре, потому что подходит в большей степени ребятам весом 100, 110, 115 до 130 килограммов веса. Horizon очень сильно стремится к этим показателям. И несмотря на то, что во мне сейчас находится 67 килограмм, я в них тоже очень комфортно бегу, потому что она в плюс на фаланговом суставе. Эта амортизирующая платформа сгибается очень легко. Таким образом, не рушится моя техника бега, а в области пятки я получаю ту необходимую поддержку, которая обеспечивается дополнительным усилением по медиальной части, которая в 7-й версии Horizon только увеличилась по размеру. Обратите внимание, резина повышенной износостойкости у нас, которая стоит в области подметки, она переходит и создает такую стенку, которая удерживает пеноматериал от деформации, чтобы стопа не сваливалась внутрь. Очень увеличилась база амортизирующей платформы, особенно спереди. Кроссовки стали сильно шире в переднем блоке и шире в заднем блоке. А внутри за ощущение упругости и очень нежной мягкости у нас отвечает пена Mizuno Energy Core, которая на 293%, то есть реально в 3 раза мягче, чем обычный EVA материал, который Mizuno использовали последние 10 лет уж точно.
Таким образом, мы получаем очень надежный, стабильный тренер, который отлично подойдет новичкам, отлично подойдет ребятам весом 90, 95, 110 килограммов, очень износостойкую сетку. И в целом, в паре с Каяна, это отличный микс. Вы можете приехать в магазин, подобрать либо одну, либо другую модель и оставаться в классике философии кроссовок с дополнительной поддержкой. Но я обмолвился о классике. А что же нового? В целом, тренд заключается в том, что кроссовки лишаются дополнительных стабилизирующих элементов, которые либо в отдельном месте поддерживают кости нашей стопы, либо задают траекторию нашей стопе такую, которая на самом деле стопе не особо соответствует. И этот новый стиль конструирования беговых кроссовок стал возможен благодаря новым пеноматериалам, которые стали в первую очередь легче. То есть теперь конструкторы делают амортизирующую платформу очень широкой, очень-очень широкой. Раньше вообще такие широкие кроссовки мы не представляли для бега. Казалось, что они будут неудобные, но что самое главное, и это отсылка к марафонкам, тонким, помните, в 70-е, 80-е, 90-е годы они были тонкие. Почему? Потому что тонкая амортизирующая платформа обеспечивала низкий вес. И нам казалось, что чем больше мы нальем пеноматериала, тем тяжелее будут кроссовки, но это не так. Кроссовки становятся все шире и толще, а вес все меньше и меньше, потому что воздушные пеноматериалы теперь это обещают нам прямо из коробки. Новые гайды 17-го поколения от американцев, от компании Saucony, теперь у нас больше похожи на Хоку, чем Хока последние 4 года. В отличие от Хоки, у них хорошо сгибается в области плюсно-фалангового сустава амортизирующая платформа, что позволяет не перегружать поясницу. Пальцы, сгибаясь, включают механику работы мускулатуры голени. Таким образом, вы получаете широкую, мягкую, легкую амортизирующую платформу. И кроссовка на предыдущие гайды уже совсем не похожа. В новой упаковке с очень гибкой амортизирующей платформой в области плюсно-фалангового сустава, которая, работая, позволяет и голени включаться правильно, тем самым не перегружаем мы во время бега поясницу. Единственное, в этих кроссовках я, если честно, не получил какой-то вау-амортизации, которую рассчитывал получить, глядя на задний блок этой амортизирующей платформы. Но, тем не менее, кроссовки отлично подойдут любителям бега в Адистарах от Adidas и в Хоках, потому что в амортизирующей платформе нету бокового ребра, которое раньше в Хоках ранних поколений сильно натирало. Отличная альтернатива, с учетом того, что Хоки становятся на рынке немного меньше, но я приоткрою завесу тайны, Хоки будет все больше и больше. Благодаря тому, что они выпускают новые модели на рынок, они нас очень сильно интригуют, и мы еще с двойным усилием ищем новые поставки на наш рынок, и скоро вы увидите обновления и Хоки в том числе. Кстати, Гавиота отлично получилось. Переходя к кроссовкам с меньшим количеством амортизации по сравнению с предыдущими версиями, на классическом объеме пеноматериала мы начинаем этот обзор с Inspire 19-го поколения. И именно в этой версии появилась новая амортизирующая платформа у этой франшизы, новая пластина, которую Mizuno из года в год использует для того, чтобы стабилизировать пеноматериал и применять еще более мягкий и реактивный пеноматериал. В чем же особенность этой модели на рынке? В том, что Mizuno в райдерах и в Inspire'ах, это две культовых модели у японцев, используют 12 мм перепад между пяткой и носком. В сочетании с использованием пластины из пибокса, это материал, который не колется, не крошится, не ломается, очень легкий, очень гибкий, мы можем использовать пеноматериал чуть мягче и чуть более взрывной, такой реактивный. Стопа во время приземления получает дополнительную устойчивость по медиальному краю и еще быстрее будет уходить на отталкивание. То есть в этих двух моделях, в райдерах и в инспайрах, японцы не заигрывают с излишней мягкостью, они заигрывают в большей степени с динамикой. Если ваши тренировки проходят в темпе 5:15-5:20 и быстрее, это отличный тренировочный вариант для того, чтобы закрывать большую часть своих километров. Если вы не готовитесь к каким-то соревнованиям и у вас нет очень скоростной работы, где потребуется другая пара, это одни из самых универсальных кроссовок, которые еще меньше обладают дополнительными вставками по медиальному краю, меньше мешают нашей стопе во время приземления и перехода на отталкивание благодаря новым материалам и новой версии пластины, которая установлена в этой амортизирующей платформе. Раньше, если вы вспомните, у этой пластины было несколько очень высоких гребней, которые, поднимаясь, стабилизировали пеноматериал по внутреннему краю. Теперь пластина достаточно пологая, и она полностью соответствует изгибу нашей стопы. В этом месте располагается пяточная кость, и мы смотрим и видим, что пластина в этом месте уходит очень сильно низко. Таким образом, пеноматериала именно под пяткой очень много.
Дальше идет по геометрии поддержка. Именно в области ладевидной и кубовидной кости. Таким образом, вот прям очень-очень эргономично располагается пластина внутри. И дальше стопа уже уходит на отталкивание. Пеноматериал в области мыска очень гибкий. Стопа работает естественно. И это еще лучше соответствует вашей естественной траектории движения. Тому, как у нас мышцы уже фактически держат тело, позволяют работать ногам и набирать тот километраж, который вы еще больше хотите увеличить, потому что летом и весной бегать, ну, реально в одно удовольствие. В нашем личном хит-параде Inspire немного переиграли GT2000 от Asics, который не представлен в данном обзоре благодаря износостойкости и той динамике и амортизации, которая присутствует в амортизирующей платформе, хотя GT2000 тоже очень классно появились. И в финале я хотел бы рассказать о классном обновлении, тоже от американцев, Omni 22-го поколения, кроссовки из некогда очень скучных, как по материалам, так и по ощущениям, перешли в разряд достойных, на наш взгляд. Новые отделочные материалы, классическая система стабилизации в области пятки благодаря вставке по медиальному краю, хороший уровень пеноматериала, и это классная альтернатива инспайрам для бегунов, которые весят несколько больше, потому что меньше сгибания в области плюсно-фалангового сустава, чуть более тугая пена, которая дарит больше стабильности уже по ощущениям, и вы в этих кроссовках даже чуть при большем весе в них разовьете чуть выше скорость, чуть ниже будет пульс во время бега, потому что бежать в них будет несколько стабильнее и комфортнее. Очень широкая спереди амортизирующая платформа для Omni предыдущего поколения. Это не является чем-то исключительным, но по ощущениям стопы для расположения внутри с комфортом это играет большую роль. Хорошая износостойкая сетка, в меру толстый язычок, а я бы сказал, что по сравнению с позапрошлой версией Omni, так он вообще супер-супер тонкий. Внутри стелька обеспечивает дополнительную амортизацию, потому что выполнена тоже из расширенного термопластичного полиуретана, которым Socony так грамотно переиграл в свое время Adidas. И в целом, как я уже сказал, из некогда упрощенной сильной версии, которая пренебрегала комфортом для тяжелых бегунов, эти кроссовки теперь стоят в один ряд с самыми популярными моделями с дополнительной стабилизацией из раздела регулярных тренировочных помощников для наматывания километров. Звоните, ребята в колл-центре все расскажут про то, как правильно измерить длину стопы, чтобы подобрать размер, а он отличается для каждой из этих моделей, а также расскажут, какой толщины подобрать носки к каждой из этих моделей. Всем бег!